Всем привет, доброе утро. Кто чем занимается? А я уже где-то с 6 часов утра занимаюсь замывкой фарфоровых изделий. Будет большая партия фарфоровых игрушек. Потом покажу, что получится. Ну а пока вот хотела показать процесс, когда фарфор выходит из формы. Собственно, у него появляются вот такие вот швы. Вот видите? И эти швы нужно замывать. Иначе будет, конечно, брак. Подглазурно вылезет вот эти вот все дефекты. Будет очень некрасиво. Поэтому, что ни говори, производство любых фарфоровых изделий — это все-таки ручная работа.